Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня искупался до съемок видеороликов, так как очень жарко, наверное, 40 градусов под солнцем. Пришел я в район Махмутлар, хороший один проект, продается обставлена очень дизайнерская интересная квартира по очень хорошей цене. Находится она на втором этаже по российским меркам, на первом по турецким меркам. Быстренько я покажу всю инфраструктуру, а потом поднимусь я в квартиру. Вот такой здесь бассейн просторный. Вот такой тут аквапарк у этой резиденции. Айдат у этого проекта 100 лир. Присутствует зона барбекю. Сейчас быстренько покажу я вам. Беседка. Вот здесь зона барбекю. Просторный ухоженный сад. Состоит из трех блоков этот проект. Квартира находится в этом блоке. Значит, вот такой просторный сад. Также в этой стороне есть открытые парковки снаружи этого проекта. Есть места для велосипедов. Пройдемся мы в резиденцию. Тут присутствует два лифта. Вызовем лифт и поднимемся на первый этаж. Лифт уже оказывается тут. Вот такой лифт, вместимость на 4 человека. И поднимемся на первый этаж. Вот такой коридор в квартиру, просторный. И здесь у нас наша обставленная квартира. Так, начнем мы с левой стороны. Здесь у нас впереди спальня. Вот такой дизайн тут. Интерьер интересный. Там выход на балкон. Это хозяйская спальня. Вот такая здесь ванна. Есть проточный водонагреватель фирмы Bosch. Да, здесь нет унитаза, только ванна. И здесь у нас балкон. Минус то, что смотрит на здание. Шумоизоляция хорошая. Вот так же отсюда есть вид на сад. Вот такой мини-балкон хозяйской спальни. И вот такой платяной шкаф установлен. Такая вот просторная прихожая у этой квартиры. Здесь у нас санузел с душевой кабинкой. Здесь такое место, чтобы разуваться. Можно поставить встроенный шкаф. Видите, как глубоко? Где-то 60-60 метр. Метр в глубину можно сделать встроенный шкаф. Кто как желает, у нас свой вкус. Пройдемте в спальню, а потом это наша дополнительная спальня в таком дизайне. И вот у нас такой шкаф купе в этой спальне. Это наша кухня-гостиная. Вот в таком она дизайне, коричневый. Все использовано из дерева. Вот такой журнальный столик интересный. Ох, интересные статуэтки. Вот такая интересная квартира с таким дизайном. Ретро-дизайн. Так. Покажем
Вот она такая просторная, не маленькая. И у нас холодильник FoodPoint Ariston. Стиральная машинка Arçelik. Духовка Vestel, плитка Vestel и вытяжка фирмы Vestel. Также у этой квартиры есть просторный балкон. Вот такой просторный балкон. Вот. Вот так вот вид с этого балкона. Угу. Вот такой просторный балкон. Здесь у нас парк, маленький ресторан. Вид никогда не закроется. Расстояние до моря максимум 470 метров. Находится квартира между Ататюрком улицей и Барбароссой. Квартира находится на первом этаже по турецким меркам, на втором по российским меркам. Проекту 11 лет. По структуре вы увидели, что присутствует открытый бассейн, беседка, зона барбекю и простой ухоженный сад. Айдат тут 100 лир. Цена квартиры, дорогие зрители, 75 тысяч евро. Торопитесь, она продается, обставлена и с бытовой техникой. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, который называется «Ход Алания». С вами был Агасий из «Солнечной Алании». Всем пока-пока.